Валюттранзитбанку должен не только Беляев. Сумма общего долга составляет 42 миллиарда тенге. Сегодня судебные исполнители активно конфискуют имущество у должников по кредитам банка и выставляют все на торги. С подробностями Мирамгуль Салкимбаева. Как выяснилось, завещание экс-банкира Беляева получат его родственники через 6 месяцев. Как отмечают организаторы круглого стола, все долги, а точнее 36 миллиардов тенге, близкие погибшего выплатят именно тогда. Для этого судебный исполнитель Октябрьского района принимает все необходимые меры. На сегодняшний день департамент, учитывая проблематику и общественный резонанс имеющегося взыскания в части удовлетворения требований вкладчиков, возникает острая необходимость реального исполнения именно по взысканию, максимального взысканию в пользу ликвидкомиссии всех взысканных сумм по решению суда. А вот жительница Октябрьского района Елена Николаевна не погашала кредит вообще, который взяла еще в 2011 году. Теперь имущество женщины будут описывать и выставлять на торги. У вас на сегодняшнее время по решению суда составляет 383 871 тенге. На сегодняшнее время вы ни копейки не произвели. В связи с этим я сегодня пришел произвести процессуальные свои действия по описи ареста имущества. Неплательщица, в свою очередь, пытаясь уйти от ответственности, утверждает, что кредит она взяла не для себя, а для своей одной знакомой. Я брала не себе кредит, меня попросила знакомая. Она сперва брала у меня кредиты, вошла в доверие, она все выплачивала. Судоисполнители говорят, что работу с должниками валют-транзита будут проводить почти каждый день. И в ближайшее время все долги банка будут погашены. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.